Владислав Барабанов, это «Новостройки Санкт-Петербурга». Сегодня разбираем старт продаж нового проекта от «Легенды». Это «Черная речка 41». Очень долго ждали этот проект. Напомню, стартовали продажи в январе 2022 года. Сегодня у нас 28 января 2022 года. То есть здесь на сегодняшний день самые стартовые. Интересная стоимость метра. Проект «Легенда» можно рассматривать не только для жизни, да, счастливой жизни, но и под инвестицию, потому что все проекты «Легенда» прирастают к сдаче, к завершению проекта как минимум до 30%. Поэтому как вариант можно рассматривать и инвесторам, так как расположение Приморский район, набережная Черной речки, да, та часть Приморского района, которая недалеко от центра, через Ушаковский мост, через Кантемировский мост, проехав, вы уже окажетесь на Петроградской стороне. До Черной речки 10 минут, монолитный кирпичный дом в фасаде керамогранит, вставками фибробетона. Мы сегодня разбираем 2 евро планировку, стоимость квартиры актуальна на момент съемки. В последующих роликах рассмотрим также больший метраж. Сейчас пробежимся по планировке. Перед этим напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом проекте, либо любом другом, но от надежного застройщика. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатные, их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика, при этом юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека, сможем одобрить, есть свои ипотечные специалисты. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. Но самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. Давайте пробежимся по планировке. Это евро-двушка 41 квадратный метр с прихожей 3,9, ванная совмещенная с санузлом 5,9. Это спальня 11,4 и достаточно просторная кухня-гостиная, где кухня выделена, да, спрятана, и дальше остается жилое пространство. По стоимости на сегодня это 15 542 000 рублей. Пятый этаж из 7, окна на запад. Срок передачи ключей 4.25. Квартиру можно приобрести как за прямые деньги, так и в ипотеку. Если планируется ипотека, напишите WhatsApp, одобрим вас. Давайте пробежимся по преимуществам проекта. Фасад из керамогранита с использованием декоративных вставок фибробетона, потолки от 3 до 3,45, архитектурное бюро Евгений Герасимов и партнеры, одно из самых популярных архитектурных бюро в Петербурге и Москве. Квартиры с террасами, безрамным остеклением балконов, квартиры с самой качественной отделкой white box, это когда все грязные работы выполнены, да, не нужно будет дополнительно затрачивать на это средства. Подземный паркинг, отапливаемый спуск в паркинг с каждой парадной, 10 минут до Черной речки, и рядом есть парк Строгановский, а также Головинский сад. По локации, помимо Строгановского парка, есть парк Тихий отдых, Ботанический сад недалеко на Петроградской стороне. То есть здесь очень лакомое, классное место. Поэтому, друзья, если рассматриваете евро-двушку в Черной речке, либо большего метража, да, вот есть 50 квадратов, 51, либо планировку другую, да, больше метража, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне, услуги бесплатно, подберу квартиру для вас по вашим параметрам. Звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. Бесконечно благодарен за просмотр, ставим лайки, подпишитесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч роликов. Пока-пока.